работающее приложение на моем компьютере, планшете. Здесь 84 мегабайт система, 764 мегабайт приложения и 800 свободно. Вот какие работающие. Вот Сэм Бровсер. Он постоянно сидит в процессе, хотя и не могу и не пользоваться. 10 мегабайт занимает. И настройки тут 61. Тут я вот это настройки есть. Дальше OC браузер. Вот сколько много этих OC браузеров. Вот 1.491. Это как бы и хорошо, что он тут сидит, потому что всегда он зато быстро его достает. 100 грамм. 13, хотя я им не пользуюсь. Light, Facebook, 64 мегабайта. Скайплайт, Google, достаточно много, хотя непонятно, что они тут делают, какую они там службу делают. Просто, по-моему, только место занимает. Календарь тоже непонятно, что тут он делает. Gmail тоже. И клавиатура. Вот очень много занимает, тоже странно. Покажу процессы с кэшей работы. Ну, с кэшей тут немного работает. Кэширование 128. Камера, лаунчеры, сервисы, службы Google Play. И Ryzen, это тоже нехорошо, что они тут занимают. Лучше бы они тут не были. Вот Instagram еще прибавилось. 184 с кэшей. У меня теперь Wi-Fi нет такого. Вот, допустим, Gmail посмотрим, или тут есть Gmail. Вот Gmail, я его убираю. Посмотрим, или он остался. Но все равно он сидит, постоянно сидит. Так как бы, что всегда под рукой он был, как бы быстро загружался. Но зато он, я бывает им вообще не пользуюсь, а он память поедает. И поэтому очень хорошо иметь много оперативной памяти, тогда все приложения будут очень быстро загружаться. Они загрузятся один раз, потом не будут перезагружаться, когда не хватать будет памяти. Ну вот Skype тоже я, допустим, уберу. Вот Skype убираю. Он все равно сидит. Нет, вот Skype пропал. А Gmail не пропал. Facebook лайк уберу. Инстаграм того хоть вроде бы не сидит в кэш. Тут уберу. Вот лайт убираю. Камеру уберу. Лайт он все равно сидит в кэше. Ну хорошо, что хоть немного потребляет 9 мегабайт.
Инстаграм вот сидит, хотя я его убрал, он все равно потребляет. Поэтому у меня есть, если мало памяти, как бы, тогда вот такие приложения, которые закрываешь, и они все равно сидят, они запускаются, вот такие нужно удалять. Вот не надо. Инстаграм, по идее, нужно удалять, Фейсбук Лайт. Но я ими так нередко пользуюсь, Фейсбук Лайт, поэтому его так можно оставить. А Инстаграм можно было бы удалить. Не знаю. Иногда, может, вроде бы буду пользоваться. Не так вроде бы и много он забирает мегабайт. Гмейл тоже думал удалить, но вроде бы он быстро заглушает. Вот этот браузер тоже думаю удалить, потому что он тоже всегда сидит и забирает энергию. Вот попробую посмотреть еще приложение, сколько батареи они поедают. По-моему, тут мало. Вот батарея тут вообще они не поедают, хоть и сидят в оперативной памяти, но они по сути ничего не поедают. Вот поедает связь сети 21, VLAN 11, планшет пока в режиме ожидания 10 и экран. Ну тут VLAN может это и есть планшет в режиме ожидания, тут неправильно, может немножко показывает. Вам вообще много потребуется, если он включен. Вот приложение посмотрим. Но они вообще мизер потребляют, поэтому их можно оставить. Батареи, если ими не пользоваться. Вот память за 3 часа использована. Мегабайт батарея, вот 0%, 0 миллиампер часов используют, 11 миллиампер часов. Как бы немного. Этот скайп дальше. Это мое приложение. Оно вот 0 миллиампер часов вообще использует. Мегабайт, батарея 13 миллиампер часов. Клавиатура, батарея 7 миллиампер часов. Вот оно, браузер. Вот 36 миллиампер часов. 4,4 мегабайт пишет. Где тут этот Инстаграм? Вот. И Hangouts вот я тут включил, тоже сидит постоянно в кеш.
А где Гмаю? Он Гмаю. Нет. 2 миллиампер сейчас он много использует. Где мой Гмаю? Я в последнее время им не пользуюсь почти. Вообще очень редко пользуюсь. То, может, его нужно было бы удалить, но вот он как быстро мою почту загружает. Так мне нужно было бы куда-то ходить. Что он тут щелкает? А, не может загрузить, потому что интернета нет. Поэтому думаю его оставить. Для разработчиков еще какие приложения еще раз. Инстаграм, Лайт сидит. Google службы, управление устройством, календарь, Gmail, и Facemoji Keyboard. Ну, клавиатура она мне нужна, потому что она хорошая, эта клавиатура. Вот я набираю тут большие буквы. Вот так еще можно по всякому набирать. Вот, да, набрал. Переключать вот легко. А то стандартная клавиатура, она очень после обновления как-то, она иногда очень затормозит, когда переключает раскладку клавиатуры. Это быстро переключает, вот поэтому главное преимущество. Тут сверху есть цифры. Это все ерунда. Эти лица.